Привет еще раз. Решил все-таки доснять вторую часть по разборке. Почему? Потому что вот она, дверь уже снятая. И выложить это все дело. Почему? Потому что все-таки, когда разбираешь, лучше снять там и стеклоподъемник, и снять стекло, когда такие сложные доступы. Вот. Ну, вот так это все выглядит сейчас. Как я уже говорил, дверь крашеная. Лака налили тут очень много. Естественно, он, как мы видим, взял и закипел. Поэтому тут придется постараться. Ну и опять же, вот, куча этих полос при всем том, что вроде вмятинка небольшая, но она глубокенькая. Ну ладно, я отвлекся. Смотрите вторую часть. Вот, опускаем мы стекло. Вот они, болтики. Раз и два. Плюс вот эта нам штука будет мешаться. Вот он, болтик. Откручиваем. Вот такой. И вот этот вот, так сказать, направляющая стекла. Стекло мы опустили вниз. Выкрутили болтушочки. Дальше вот здесь у нас саморезик. И вот такая загугулинка. Теперь ее можно вынуть. И теперь сейчас посмотрим, если не помешает вот эта часть. Можно провернуть стекло, будет мешать, мы ее снимем. Убрав ограничитель вот этот, вынимается стекло вот так легко и просто. А вот оно, наше стеклышко. Ничего никуда не надо проворачивать. Вот здесь вот такой паз, и оно вынимается четко через этот паз внутрь двери. Так, хорошо, поехали дальше. Будем снимать дверку. Ну, здесь у нас ограничитель открывания двери. Мне, наверное, лучше его снять, потому что вот здесь у нас повреждение. И плюс вот шнур по питанию и болты, которые держат дверку. Ну, поехали по порядку. Снимаем ограничитель. Поехали дальше. Вот она, дрезиночка стоит. И здесь у нас жгут проводов, который идет в дверь. Съемничек поддеваем. И что мы тут видим? Тут два усика. Вот он, один сверху. И вот он, один снизу. Их надо поддеть. Вот. Усик. Вот он, пластиковый усик. Снизу, сверху. И этот разъем должен выйти. Ну, тут небольшой ребус. Вот эта часть снимается. Вот я ошибочно думал, что надо вот эти усики сжать. А оказывается, вот она, защелочка наша. Вот я пальцем нажимаю, они расходятся. Для этого этот патрончик весь надо было достать сюда, на свет Божий надавить. Вот сюда. И все оно расходится. Так, ладно, поехали дальше. Эту загадку мы решили. Ну что, вот они, наши болтики дверные. Четыре штуки. Срываем вот таким ключиком на 12. Красивым. Ну, вот машинка наша без двери уже. Вот. Интересно, тут тоже вот они. Можно было, в принципе, выбить вниз. Здесь то же самое, снизу ограничитель выбить вверх, и тоже можно было бы снять. Но я не стал умничать, а просто снял, как и классически все это делается. Ну вот, на этом разборка снятия двери завершена. Теперь можно заняться вот этим вот
красивым повреждениям.